развязка, просто вот как будто финал. Ну да, в прошлый раз, когда мы играли с Иранчиком, у нас был прикольный, то же самое, мы видели 2-0, и вот потом выиграли, то есть там сегодня. Ну, наверное, вот команды немного устали после хорошего тренировки. Конечно, нас немножко не хватило стабильности, приема, и мы не успели выполнить то, что нам нужно. И здорово, очки победили, потому что они поняли, как игры, наверное, играть свои игры, как лучше. Ну и чуть занервничали, может, да, на этой игре? Ну да, когда концовки, когда просто нам выходили только 2 очка. Думаю, зрителям понравился. Мне понравился результат, конечно. То, что мы после отбрасывали проект, сами просто сейчас радуемся. Но какая-то игра получилась нервная, слишком спорная. Хорошее восстановление и все. Поэтому следующие 2 дня мы будем с этим восстанавливаться. Начнем готовиться к Турции. Если вернуться к Турции, к финалу Кубка и Балет, вот, ну то есть вот что, удовлетворение? Или вот когда серебро, всегда хочется золота, вот то есть вот... Надо представлять реально и реально рассчитывать. Не правильно точно. Играют еще и иностранцы, 5 иностранцев, в составе команды. Мы играем с этой командой, и, к сожалению, в этой игре у нас турниров проблемы. Без которого часто уже выиграли бюджет в стране. У нас это большая потеря, потому что мы потеряли белобородов, извините. Нет, не поставили белобородов, запорно, когда собирали. Поэтому сложно. Сейчас находится на реабилитации, уже сделала операцию, чёрное. То есть есть потери, возможно, реставрация связи, как у нас устала. Очень сложно. Стоит большой длительный восстановление. Поэтому все пройти просто. И я удивлен, что нас не словило какие-то первые партии словили. Дальше было правда и правда. Все равно успех, если это не играет финал, вот я безусловно.